Всем привет, друзья, с вами Купрум. Сегодня у нас видео по Squad Busters. Это для меня такой неожиданный ролик, потому что я не думал, что буду делать видео по Squad Busters когда-нибудь. Но решил попробовать. Сейчас у нас события с лавовым миром новеньким. У нас тут есть блинчики, и за блинчики мы покупаем боксы. Сейчас наша цель купить все блинчики. Получается 20 блинчиков, вот это 20 раз покупаем. И выйдет 400 блинчиков. Там у меня еще немножко блинчиков накопилось, те, что давали каждый день. По сколько там? По 20, по-моему, да? Вот. Или по 5. По 5. И пару каток я играл. Вот. Немножко будет больше. Надеюсь, мы с вами выбьем всех персов новых. Начинаем с первого бокса. Редкий. О, и это у нас сразу новенький. Шахтер. Прикольно, отлично. Шахтер у нас из лавового мира, как раз вот то, что надо. Так, следующий это медик, 5 штучек. Я в Squad Busters, скажу вам, сильно не играю. Захожу, забираю ежедневно эту бесплатную награду. Ну, уведомление мне приходит на телефон, я захожу, забираю награду. Вот, раньше я играл, когда была бетка, я играл. Вот, потом я еще немножко играл. Ну а так, мне Squad Busters не сильно заходит, мне больше Brawl Stars. Но если вам нравится Squad Busters, вы пишите в комментариях, я почитаю, да может буду снимать. А у нас выпала лучница, круто. Второй новый персонаж, остался третий, Леон. Так, 5 ледяного колдуна. Эпический сундук, неплохо. Вот, вообще... Squad Busters все такие события происходят, я бы сказал, редко, только тогда, когда выходят новые персы, новый мир. Вот, прошлое событие это было посвящено ледяному миру. Опа, у нас здесь шахтеров, круто. Вот, так я о чем говорю, что такие события редко, и, следовательно, такое открытие боксов тоже будет довольно редко. Но если вам понравится, то будем снимать. Можно придумать другой какой-нибудь контент, не обязательно открытие бокса по Squad Busters. Так, тем временем наши блинчики подходят к концу. Давайте посмотрим, что у нас получилось выбить. Мы медика можем прокачать. Круто. Неплохо, вторая звезда. Вторая звезда все равно намного лучше, чем первая. За однозвездочник я вам не советую играть, потому что со второй звездой... вы больше раскроете потенциал персонажа. Ну, третье, то я вообще молчу. А четвертое для меня это космос. У меня максимум 3 звездные. И это у меня их довольно много. Так, мы вес можем улучшить. Ну и в принципе все, давайте заберем этот сундучок эпический. Он у нас обычный, небольшой. Король варваров. Неплохо. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока.